появился на кладбище орков. Ну, точнее, не снова, а в первый раз. Вы на самом-то кладбище не были еще, только в его окрестностях. Нам сейчас тут надо орков мочить. Но я знаю, какой они боятся магии. Орки боятся заклинания «Кулак ветра». Хорошо, что мы изучили второй круг магии, теперь мы его можем использовать. Ну-ка. Еще раз попробуем. Нет, но орки реально кулака ветра боятся. Он их сдувает. Кулак ветра, он вообще сдувает врагов. Я сам играл, когда можно иногда врага даже сдуть так, что он упадет и больше не встанет. То есть все, ты его этой магией укокошишь. Так, сохранимся. Ладно, а теперь давайте замочим этого орка с помощью магии. О, полетел! Жахнулся. Оба полетели. Бух. Все, одному пипец. Ладно, добьем тебя. О! Орки эти боятся. Опа, труп стража. Меч судьи. Так, у него суп из корней и косяк болотника. Так, стоп. Этот меч судьи, может, он мощнее, чем мой орчий молот? Не-е-е. Молот мой мощнее. Надо восполнить ману. Лучше сделаем это с помощью растений. Так. Вот дай. Чё ты у меня тут даёт? Стоп. Бонус к мане. Где ты видел? Семя бука. Сначала надо крутануть ребёнка, чтобы открыть вход на кладбище орков, вот в эту пещеру. Так, и надо взять заклинание света. Так, свитки мне больше не нужны, я их продам. У меня потому что теперь есть руна. Вот он, проход. Тут почему-то есть баг такой, когда ты бежишь, у тебя уже работает вот этот вот свет от заклинания. То почему-то, когда ты вот сохранился в это время, а потом загрузил, то у тебя этого света уже нету. Это баг какой-то. Так, ну он мне пока не нужен. Ой, орки. Лучше следует сохраниться прямо здесь.
пытаюсь сожрать. О, грибов. Наедимся. Следует быть очень осторожным, потому что тут на каждом углу могут подстерегать орки. Странно. Пока что-то орков нет. Вот это меня больше всего и беспокоит. О, а вот и орк. Вот собака. Почему ты, главный герой, на него не нацелился? Он должен был нацелиться, что ли? Меч воина. О, вон где там все орки тусуются. Мы сначала тут пока поработаем расхитителем трупов. Потому что в каждой мумии здесь разные полезные вещи хранятся. Но не в каждой, есть и пустые. Кстати, использую этот свиток. Отлично. У меня... Так, а у меня руны исцеления есть? Есть. Она мне тоже пригодится. Так, ну надо еще ману восполнить. Блин, а у меня нету всяких, которые ману восстанавливают, только каменный корень. Надо побольше зелек будет этих манных купить. Ну нет, не в том смысле, как манная каша. Просто я имею в виду, которые восстанавливают ману. О, вороньи травы же ману восстанавливают, а у меня их много. Но надо и зелек тоже поднакупить. Стоп, тут переключатель. Где-то открылась решетка. О, грибочки. Защита от огня 10. Здесь бонус к силе 10. Защита от стрел 5. Бонус к ловкости 5. Ну, вообще-то можно 2 кольца носить. А вот там амулет только один. Ну, отлично.
наверняка что-нибудь есть. Да. Свитки можно ненужные продавать тоже. Я тут халявных зелек уже набрал. И еще наберу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Так. Вообще-то я знаю, кого. Это идол Люкора, но за него пока не надо беспокоиться. Он там против орков бессмертный. Переключатель. Как-то открыть, но как? Есть
еще один переключатель. Ну-ка. А если попробовать нажать этот? Что нам это даст? Ничего. Совсем ничего. Пшик. А! Я испугался. Прям как скример какой-то. Осторожно. Он меня так... Собака, он меня убил, а я... Я не сохранился, ёпперсете! Да. Ладно. Придется поставить на паузу. Потому что вы тут уже все видели. Заново мне тут нечего. Ладно, давайте я всех мумий обыщу здесь. И тогда продолжу снимать. Все. Я тут обыскал все мумии, которые были. И я нашел способ открыть решетки. Они у меня все-таки как-то открылись. Плюс я еще орка одного замочил. Так. Посмотрим, что у нас тут есть. Защита от огня, деревянной кожи, рудной кожи. Давайте вот это наденем. Кольцо. Рудной кожи. Так, а вот здесь еще за решеткой. Пока. У нас открылось вот тут. Тут еще один, как я вижу, переключатель есть. Открылась следующая решетка. Силы. Интересно. Все, вот тут уже. Что за решетками спрятаны? Там вообще настоящие сокровища. Ну-ка посмотрим, какой мне амулет больше. Моего сейчас защита от огня. Здесь бонус к мане 10. Защита от огня, защита от магии. Лучше вот этот надену. Он прикольнее. Я тут уже все собрал вроде. Кажется, да. Здесь я тоже уже все обобрал. Так, но что-то тут не так. По-моему, я здесь каких-то мумий не обыскал. В тот раз я еще нашел какой-то амулет другой, а в этот раз не нашел, то есть он у меня сейчас не числится в предметах. Может, я тут что-то не обыскал? Долго нам тут обшаривать эти мумии. А может, просто в этот раз там другое что-то лежало. Нет, по-моему, я все-таки тут всех обыскал. Если я, конечно, не ошибаюсь.
Вот здесь я, кажется, еще не обыскал. Да, так и есть. Так, там был огненный шторм или огненный дождь? Ладно. Обыскали мы наконец-то всех мумий. Двигаемся дальше. Предварительно пополнив запас энергии и сохранившись. Сейчас я их всех сдую кулаком ветра. Извините, полетать не хотите немного? Время летать! Все вниз полетает, и вы тоже, орки. Я начинаю говорить... внизу со мной, ты тоже будешь летать. Боевой меч. Жаль, я не могу здесь найти меч, который мощнее моего. Стоп, я здесь что-то видел. Вот, я стража не обшарил. Османы. И жизни тоже. Крики доносятся оттуда. Значит, идол Люкор там. Собрал здесь. Вон там. Держись, идол Люкор. Благодарю за помощь. Еще немного, и ты бы опоздал. Что-то я в это не верю.
По дороге я видел мертвых стражей. Что случилось? Я видел убитых стражей, когда шел сюда. Что здесь произошло? Учитель Корангар прислал нас сюда, чтобы исследовать пещеры. Мы думали, что не найдем здесь ничего, кроме мумий и забытых гробниц. Но тьма вокруг нас внезапно наполнилась движением, и нас окружили орки. Я не знаю, что им нужно было в этой пещере, но мы совершенно не ожидали их там увидеть. А где стражи, которые пошли с тобой? Мертвы. Я стал причиной их смерти, когда повел их в эту ловушку. Да простит меня за это спящий. Так, меня прислал Корангар. Меня прислал Курангар. Вы уже нашли что-нибудь, что помогло бы отыскать спящего? Нет, пока ничего не нашли. Но что с Юберионом? Он уже очнулся? Нет, он так и не пришел в себя. Мы должны узнать тайны этой пещеры. Мы слишком дорого заплатили за то, чтобы пробраться сюда. Наши жертвы будут напрасны, если мы уйдем отсюда с пустыми руками. Но я не слишком хорошо обращаюсь с оружием. А мои заклинания действуют на орков не так сильно, как на людей старого лагеря. Если ты служишь спящему, то, может быть, ты сможешь помочь мне закончить поиски в этой пещере. Я помогу тебе. Хорошо, я помогу тебе. Ты обрадовал меня. Здесь есть 3 туннеля. Нам нужно их осмотреть. Ты иди вперед, а я пойду следом. Так. Ну что ж, значит, будем исследовать туннели. Надо только выбрать, в какой пойти. Первый раз. Так, надо выбрать, в какой из них пойти для начала. Так, этот, наверное, отложим на конец. Попробуем зайти в этот туннель. Здесь орки. Настал твой черед. Пощады не жди. Ты сам относился. Я слышу бормотание орков. Похоже, тут еще неподалеку бродят несколько. А, вот исцеление. Блин, а я зельки выпил. Ну ладно, в следующий раз будем с помощью магии лечиться. А зельки нам пригодятся еще. Здесь какая-то решетка. Дальше мы не сможем пройти. Может быть, эти ниши помогут нам? Ты прав. Переключатель. Я нашел обрывок свитка. Это свиток с заклинанием орков.
Кто-то разорвал его на две части. У нас есть только одна из них. Нужно найти вторую. Ну, значит, отправляемся искать вторую половину. Да, только сначала зачистим орков вон в том проходе. Ты сам напросился. Полетай немного, орк. Получается, что да. Так. Идемте теперь в этот туннель. Дальше тупик. Может быть, мы сможем найти что-то, что поможет нам в дальнейших поисках. Эликсир. Эликсир. Краш-панч. Еще один обрывок свитка. Меч воина. Обрывок свитка, стальной язык, стрела. Ну, может, я нашел наконец-то оружие мощнее орчьего молота? Да нет, ни хрена. Краш-панч такой же, только он двуручный. И он наносит столько... Не, вооружусь-ка я краш-панчем. Так, нет. Больше я на одни и те же грабли не наступлю. Вот обрывок свитка. Отлично! Это и есть вторая половина свитка с заклинанием орков. Что же нам теперь делать с этим разорванным свитком? Если соединить эти части, мы получим целый свиток. Но я не смогу его расшифровать. Понятно. Мы осмотрели два тоннеля. Что ж, остается третий. Подожди, кажется, в этом что-то есть. Мне это место совсем не кажется интересным. Тише, лучше присмотрись к этим рунам на стенах пещеры. С их помощью я смогу перевести свиток. Так я и думал, это же свиток телепортации. Но, по-моему, его можно прочитать только в определенном месте. Как странно.
Это место, похоже, находится в том туннеле. Тут-то у нас будет самый сильный орк. Вон он там стоит. Настал бой, пощады не жди. Заставим его полетать. Ты сам напросился. Ой, он уже полетел. Я закончил действие на заклинание своего. Хватает 5 единиц силы, но это поправимо.
же я забрал его у того орка? Воина. Да, так ты есть. Сам напросился. Еще один. Да не идол, Люкор. Жимком и прыжками. О! А вот тут что-то есть. Хотя тут тоже ничего нет. Может, тут тупик? А тут все. Не. Ничего полезного я там не нашел. Опа. В этом месте особая аура. Аура чего-то необъяснимого. Это место, оно же из нашего видения. Точно. Мы видели его во время церемонии. Это есть то самое место. Видение. Мы очень близки к нашей цели. Да, действительно близки. Да, кстати, я тут видел что-то вроде двери. Возможно, заклинание надо использовать здесь. За этой стеной. Должно быть, это здесь. Мне не хватит силы прочитать заклинание. Прочти его сам. Встань перед этой стеной. Так. Сейчас мы прочитаем это заклинание. Вот, орочий портал. Мы и на месте. О, а изнутри можно открыть дверь. Ну что ж, иду, Люкор, заходи.
Это место было сокрыто. Ты нашел его. Моя интуиция меня не подвела. И что, здесь действительно можно найти то, что поможет призвать спящего? Это место больше похоже на какую-то гробницу. Пойдем дальше. Ты иди вперед, а я пойду следом. Здесь ничего нет. Здесь что-то есть, но тут только меч. Нет, этого не может быть! Здесь же только какие-то кости, кругом столько пыли. Нет! Господин мой, я взываю к тебе! Пробудись! Яви свою силу! Нет! Нет! Здесь ничего нет. Теперь он окончательно сошел с ума. Да, так и есть. Это ты во всем виноват. Ты осквернил это место. Ты вызвал гнев спящего, нашего господина. Теперь я должен расплатиться за это святотатство. Я принесу жертву нашему Богу, человеческую жертву. Тогда он просветит меня. Я буду одним из его пророков. Умри, неверный! Отвали, сумасшедший придурок, прекрати свою паранойю. Да, сказочный, вы поняли кто. Как его вообще из больницы выпустили? Все, наконец-то у меня получается нормально убивать. А то одноручным оружием не убивается нормально. С двуручным лучше. Так, а что, я его не могу, что ли, обшарить? Странно. Какой у нас тут меч? Меч смерти. Здесь разве что меч. Прости, но тебе уже даже психушка не поможет. Ты уже совсем конченый. И чокнутый. Ладно. Надо выбираться отсюда. Здесь должен быть выход. Да, вот он. Ой, тут грибы, а я их не собрал. Все. Ночь наступила. Ладно, на этом прохождение подходит к концу. До новых встреч!